На огромной барже приплыли эти котлы в Самару. Современные и мощные, они будут снабжать теплом стадион «Самара-Арена», «Гагарин-центр», другие объекты инфраструктуры и поселок «Жигулевские сады». Котлы сейчас будут разгружаться и доставлены будут непосредственно на реконструируемую котельную. Все работы по реконструкции самой котельной и обвязки с сетями, которые будут подходить к стадиону, на сегодняшний момент практически выполнены. 1000 километров преодолели эти котлы, чтобы попасть из Германии в Самару. Плыли по Балтийскому морю, по Москве-реке и по Волге. Каждый из котлов, а их всего два, весит 60 тонн. Благодаря ним мощность котельной, которая будет снабжать теплом стадион «Самара-Арена», увеличится в 3 раза. Можно сказать, своего рода уникальной конструкции, потому что они с двумя жаровыми трубами. Одним из самых больших достоинств является это большой диапазон работы в мощностях. Уже на станции котлы смонтируют через 2-3 недели. Теоретически тогда же станция будет готова к первым пусковым испытаниям. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.